работать-то будет. Да, во-первых, я думаю, без меня бы там все развалили к обеням, раз. Второй, Даша, это идея бы, блядь. Да. Кстати, место под Ладу сразу запарковано. Ну что, дорого жилье стоит? Не уверен. Все реально? Музей Риска исключительно интересен. До того интересен, что просто уши сводит. О, девчонки, смотри, какая классная.